Привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения. Заряжаемся позитивом и ныряем в развлечения с головой. Как провести время интересно и не напрасно? В нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! В День России Самарская филармония проведет две трансляции. Академический симфонический оркестр и маэстро Михаил Щербаков исполнят «Богатырскую симфонию». Кроме того, зрителей ждет литературно-музыкальный спектакль «Во славу российского флага». Три совершенно разных человека в одной комнате. Вынужденное соседство отягощает каждого. Театр «Грань» покажет спектакль «Постскриптум». Постановка включена в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска». С сегодняшнего дня и до окончания театрального сезона стать зрителем сможет каждый, не выходя из дома. Запись спектакля доступна на официальных страницах театра в социальных сетях. Галерея «Виктория» открыла свои двери для посетителей, но с ограничениями из-за пандемии. Без скопления людей, с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты. Сейчас там можно посетить выставку «Сад утопий». Стоит отметить, что это единственная в России выставка офлайн. Интеллигентная изоляция, онлайн идем в Эрмитаж. Увидеть сокровища мирового искусства, видеолекции, архивы музея – все это уже доступно в официальных группах Эрмитажа в социальных сетях. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!